и тотемное животное, айц или хой, арнавский овен, дикий баран или козел. И тотемное животное, айц или хой, арнавский овен, дикий баран или козел. Здесь мы видим просто две барашки, оттуда и наше само название айц. Имя нашего бота было имя наше имя. Да, значит, давайте. Идет мужик такой, значит, очень медленно, да. И не сгибая колени, так медленно идет. Угу. И три студента медицинского института говорят, давайте мы составим диагноз, ага. Посмотрим, кто прав. Вот я говорю, что у вас грыжа спины. А вот вторая говорит, что у вас, значит, радикулит. Третья говорит, что ревматизм. Кто из нас прав? Отвечает, ты ошибаешься, и я ошибся. Хотел пукнуть, обокакался. Вашу бы энергию, да, на решение застарелого кровопролитного конфликта в Карабахе. Вот если вопрос чтобы, давным-давно чтобы закончен и решен, дорогой мой, если ты не в курсе. Карабах, о своей исторической отвечаю, родине, помочь моя историческая родина, отвечаю. Вот это очень больно. Отвечаю. Понимаете, моя историческая. Слушай, Николай, отвечаю так, на вопрос. Арай, вопрос закрыт давно. Арай. Причина, что толпе дали незаконным способом захватить власть. После этого они вошли в вкус. Требует продолжения банкета. Феликс, я тебе дам конфеточку. Кушай, пока я говорю, ладно? Передай. Муму, вот, ешь муму, пока я говорю. Абсолютно неверная трактовка или словосочетание цветные революции. Никаких революций нигде не проходило, потому что никакого слома государственного устройства не проходило, а было чисто геополитической операции. А когда мы говорим о геополитических операциях, значит, есть четко отработанная технология, под этим четко выпущенные деньги, средства и так далее. Революция Украина, Грузия, Киргизия, Узбекистан, почему там не получилось там и так далее, и наш, это самый Болотная площадь и так далее. Так вот, значит, всегда во всех государствах есть недовольные люди, всегда. Вопрос в том, как эту недовольную массу вывести на улицы. И всегда есть вот именно эта технология Шарпа, которая заставляет этих людей вывести на... Молчи, студент! Значит, вы, господа европейцы, идиоты! Я с этим абсолютно согласен! И вы в том числе, которые сейчас причину следственную связь абсолютно перепутали. Арай, давайте мы... Вы армянский знаете? Да, конечно. Давайте мы сделаем как-нибудь эксперимент, подумаем. Вы будете исключительно на армянском языке говорить какой-то так, да, вот, там, пожалуйста. 5 минут, условно говоря. А потом можете говорить гадости про кофту. Приближается май. Мы принимаем только полное безоговорочное капитуляцию. Правильно. Значит, никаких санкций мы не будем торговаться. И везде на 9 мая перенесем. А Меркель, у нее выборы. Она должна прийти и сдаться. А мы должны, показать, что она нас победила. Понимаете? На самом деле она должна прийти подписать. Но мы не должны это проявить, что вы знаете, вот немцы что там... Что она должна подписать? Она должна прийти... Капитуляция. Полную и безоговорную. Я понимаю, вопрос но... Украины снимается. Петруху он уже, она уже предупредила. Значит, первое, второе, значит, это все полностью решает, значит, Путин, украинский вопрос там. Дело в том, что, значит, вся трагедия Украины заключается в том, что они думают, Донбасс, если они освободятся, вопрос будет решен. Да. Значит, поэтому, значит, Украина себе не дает этому отчета. Второй момент, значит, Украина вопрос не будет. Беспрецедентное давление, беспрецедентный шантаж, беспрецедентные фокусы, лишь бы убрать Европе, убрать самого подходящего кандидата. И любыми способами, сейчас, при том, сейчас, любимые, подождите. Я подчеркиваю, хотят пропихнуть своего вот этого кандидата Макрона, лишь бы не победила Ле Пен. Я знал, что... Своего, так, то есть чьего кандидата? Молчать, я говорил. Нет. Реальный кандидатом был, всегда я говорил и утверждаю. Не то, что кандидат, и победит этот кандидат Мари Ле Пен. Мы вас, НАТО, не боимся, мы брезгуемся, потому что армия НАТО, это армия гомосексуалистов, мы от них брезгуемся, понимаешь? Поэтому нам нечего бояться. Да, вы должны бояться. Теперь, вы лично. Вы должны бояться. Вы лично. Пускай там подохнут, это позиция упыря и вурдалаги. Понимаете? Вот вы, это там, что дети, женщины, старики, вам плевать. Поэтому они должны быть независимыми. Это признание независимости ДНР. Это признание, что территория оккупирована, и не более того. Второе. И правильно делали, значит.
И правильно делали, значит. И правильно делали, значит. Второе, значит, смотрите. Оказывается, Порошенко уже давно подписал указ о снятии юриспруденции украинской над Донбассом, над ЛНР. Юрисдикция. Да, так. Юрисдикция. То есть украинская юрисдикция не работает там. Это значит, опять же, де юре признай. Почему он это делает? Потому что, как Саакашвили сбросит себя Абхазию, Южную Осетию, потом идти получить безвизовый режим Европейского Союза. Вот это хочет Порошенко. Сбросить уважаемый, себя быстрее. Вы контролируете свою речь вообще, о чем вы говорите? Товарищ Фантомас, я уже давно отвечал. Вот Котовский, есть слушай реальная сюда. Украина, а это все бандитские анклавы. Вот пускай эти себе бандитские Россия анклав, себе на это фоку. Киев. И вот смотрите, а почему? И вот здесь не видите, видите? Вот то, что попал. Вот бесится, почему бесится? Я предлагаю свои услуги. Значит, у меня есть друг в Америке, в Вашингтоне. Так. Кличка Жорик Мерседес называется, значит. Он, значит, работает, значит, в этом самом таксопарке президента США. Значит, иногда нарды играет Трампом. Значит, смотрите, я предлагаю, он полцени, за полцени организует встречу Порошенко с нашим Трампом.